В главном здании Казанского федерального университета состоялась встреча ректора Ильшата Гафурова с генеральным директором Минского тракторного завода Виталием Вовком. В рамках рабочей встречи Ильшат Гафуров и Виталий Вовк обсудили дальнейшее сотрудничество. На текущий момент обе стороны имеют возможность совместными усилиями запустить проект по комплексной автоматизации ряда моделей тракторов. Что мы хотим вообще получить от этого проекта? То есть мы подробно проект выполнили не впервые. Существуют тут следующие возможные варианты развития сотрудничества. То есть первый вариант, ну как он был начинаем обязательно, это совместное выставление отработанного оборудования на различных выставках. Также одним из важных составляющих сотрудничества является совместное участие в грантовых программах как Российской Федерации, так и Республики Беларусь. И последнее – это начало выпуска изделий. Российская Федерация, вы, наверное, уже слышали, есть так называемое постановление номер 218 правительства Российской Федерации, которое мотивирует интеграцию промышленных компаний и научно-исследовательских, либо высших учебных заведений. Мы выиграли один из таких проектов. Генеральный директор Минского тракторного завода Виталий Вовк подчеркнул готовность к сотрудничеству и отметил, что совместными усилиями удастся создать ту платформу, которая позволит в дальнейшем работать на результат. Мы готовы создать совместную рабочую группу. У нас есть тоже там, научный центр. Создать какие-то совместные работы, обозначить. Мы готовы участвовать во всех программах, чтобы получить действительно деньги на развитие. Встреча прошла продуктивно для обеих сторон. Перспективы сотрудничества обсуждаются. Инжеминибаева, Хафиз Гараев, Универньюз.